Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связано тоже с оборудованием фото-видео. Оборудование это Small Rig. Несколько мы уже рассматривали на моем канале. Одно из последних это мы L-образный кронштейн рассматривали для стабилизаторов DJI Ronin, которые есть на моем канале, и все желающие могут присоединиться и посмотреть. Там идет сравнение с обычным L-образным кронштейном неизвестного имени и происхождения и так далее. Все это пришло Почта России у нас. Пришло это все где-то около месяца заняло. Во-первых, заказ был сделан из Российской Федерации, но, судя по всему, на складе закончились эти элементы и пришлось отправлять из Китая. Поэтому достаточно долго все это шло. Но это все благополучно к нам дошло в таком виде, причем производитель не стал заморачиваться и предоставил упаковку, а именно непосредственно. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Саму посылку видео своей упаковки, что можно увидеть, продемонстрируем. Наклеил и скотчем обвязал. В таком виде и перешло на почту. Ну, Почта России у нас постаралась. Углы, как обычно, у нас заминает Почта России. Ну и так далее. Привозит в таком виде. Но мы верим, что они смогут доставить бабушкин китайский сервис в любую точку земного шара. Причем не разбив его. Да-да. Давайте смотреть, что находится внутри. А внутри находятся у нас зажимы. Ну или так называемые инструкции для того, чтобы закреплять какое-то оборудование. Либо при помощи этих зажимов инструкций зажимать на определенных стойках. Дальше полках, ну и тому подобное. И в последующем при помощи волшебной руки, или так называемый Magic Arm, устанавливать то или иное оборудование ближе к съемочному объекту. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков, и это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной Улан-Зи, что вы сейчас видите перед глазами, поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Улан-Зи каждому желающему, причем отправлю любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Давайте смотреть, раскрывать, что находится внутри. А внутри у нас находятся две упаковки. Причем в каждой упаковке идет по одной паре таких зажимов. И как вы догадались, получилось у нас 4 зажима. Поэтому мы одну распаковывать не будем, распаковываем одну, потому что во второй то же самое. Ну и смысл распаковывать. Здесь уже повеселее упаковочка. Не такая эстетичная, как обычно у них. Раньше вообще только в пакет укладывали. Сейчас уже сделали свой ребрендинг и сделали упаковку. И здесь вот находятся два этих зажима струбцины. Обе они абсолютно одинаковые. Что из себя представляет? Могу продемонстрировать. Все хромированное. То есть приятно держать в руках. Металлическое. Внутри прорезиненной поверхности, чтобы закреплять либо оборудование, либо непосредственно за какое-то оборудование. Данный вид зажима струбцин. Ну а сзади, для того, чтобы закреплять то или иное оборудование, есть резьба 3/8 дюйма. И, как обычно, у нас 1/4 дюйма идет резьба. Давайте, кстати, посмотрим при помощи рулеточки, сколько тут минимум. Ну, минимум сантиметр внутри можно разместить оборудование. Так, ну а максимум, давайте посмотрим. Ну а максимум где-то здесь 5,5 сантиметра можно разместить, либо закрепить на какой-то полке, там, толбе, ну и тому подобное. То есть сделано все как на высшем классе, как присуще этому производителю. Да, кстати, давайте сейчас посмотрим один из вариантов закрепления. Были на моем канале стойки, есть у меня светильники без резьбы. Ну и как вариант, чтобы закрепить данное оборудование, можно накрутить. Резьба 1/4 стандартная. Вот. Ну а дальше закрепить здесь
Ну, в моем варианте свет, в вашем варианте я не знаю. Кстати, у меня есть и Magikarm, тоже есть на канале. И при помощи их можно осуществить данный вариант установки какого-либо фото-видео оборудования, чтобы было удобно вам производить съемочный процесс. Итак, я вам продемонстрировал возможности зажима в Small Rig, который позволяет закрепить то или иное оборудование либо непосредственно в зажиме, либо при помощи этого зажима закрепить на полке, столбе, стойке и так далее. Ну и в последующем при помощи волшебной руки вы подведете к необходимому месту то или иное съемочное оборудование. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о данных зажимах предоставил в полном объеме. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.